Всем приветики. Хотите, я вам покажу, как можно удалить текст с бумаги. Берете спичку, поджигаете ее и подносите к бумаге. Текст исчезает. Просто вплотную прилаживаете, и от температуры краска начинает выгорать. Все. Но это если сильно близко прилаживать, то быстро потухнет. А чтобы быстро не тухло, можно не вплотную, а так. Слегка. Главное не переборщить. Не переборщить. Как я это сейчас сделал. Да, мне тогда лучше вплотную. И быстро двигать. Потому что если не вплотную, то оно может вот так вот случиться. Поэтому прилаживайте вплотную. И двигайте. Но двигайте быстро, чтобы тоже не успело. Не успело оно зажечь. Ну, вот таким вот образом можно удалять текст. Как-то так. На этом все. Всем покедова.